Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня мы поговорим про бивалютные инвестиции. Очень коротко объясню, что это и как это работает. Бивалютные инвестиции, в принципе, есть на всех централизованных биржах. Но сегодня покажу еще вам инструмент, где это можно делать на децентрализованном бирже. В чем разница? Разница в том, что на централизованной бирже это деньги, что мы зарабатываем, они по сути не наши, а биржные. А на децентрализованной мы от своих деньгах ни на одну секунду, как сказать, не отказываемся, они все время при нас. Так, бивалютные инвестиции. Давайте посмотрим на примере Binance. Они, в принципе, есть на каждом бирже, но просто пример покажу на Binance. В чем суть? Суть в том, что это такие инвестиции, где вы в любом случае получите прибыль. То есть тут гарантированная прибыль в процентах. Но зависит в чем? Либо монетах, либо долларах. Что-то у меня не открылся страница полностью. Давайте перезагружу. Что-то валюты не вышли. Так, подождем и продолжим. Что-то всегда, когда я... Вот, видите, бивалютные инвестиции. Тут можно прямо на бирже Binance получить до 267% годовых. Что я считаю очень и очень хороший процент. Ну и тут 235 можно получить. И чем дальше, тем меньше. Да? Вот посмотрим на биткоине. Как это работает? Это работает таким образом, что... Если вами указано время, цена, например, поднимется, вы получите прибыль в долларах. Если цена опустится, вы получите прибыль в биткоинах. И тут можно самостоятельно указать, на какой срок вы закрываете свой депозит и сколько тогда получите процент. Например, если мы сейчас заблокируем свои биткоины и хотим их продать за 28500, тогда при выходе мы получим либо биткоины, либо доллары. Но они будут у нас заблокированы на аж до 24 числа, то есть на 4 дня. Я не знаю, наверное, плохо объясняю, но сам суть вы должны понять, что это, как сказать, 100% прибыль. Всегда получаем прибыль. Так или иначе, либо в долларах, либо в валюте. Единственное, что надо обязательно знать, это то, что это как вот нож. Если вот давать кому-то, кто не умеет готовить, то может палец порезать. Дать шеф-повару, он извлекет отсюда идеальный прибыль. В чем смысл? Да? Вот именно в том, что, например, если мы сделаем инвестиции, это уже DEX-площадка, если мы сделаем инвестицию... скажем, АВАКС, да, и цена АВАКСа вот так поднимется, видите, как тут показывает, значит, мы получаем прибыль в долларах. Но если цена упадет, мы получаем свой прибыль монеты АВАКС плюс 10% за 12 часов. В чем тут теперь прикол? Видите, тут можно это делать один клик и бесконечно, да? Но если мы получили АВАКС и сегодня же его поставим опять как бивалютные инвестиции, тогда может получиться, что не прибыль, а убыток. Почему? Потому что вам надо следить, сколько стоил тот день сам АВАКС. Например, вы инвестировали $3020, вы получили эквиваленте $3020 АВАКСа, и вы должны следить, чтобы эквивалент не был бы меньше, чем $3020. Наверное, запутанно говорю, но один раз это попробуя, вы поймете на самом деле все. Как, например, на DEX-бирже это работает? Просто подключаем кошелек на выбор, либо MetaMask, либо Coinbase Wallet, либо там, я не знаю, можно еще выбрать другие. Но я всегда работаю в MetaMask, просто подключаюсь и все. Подписаться. Так, тут можно сразу выбирать, хотим ли работать в BNB сети, либо в полигоне. Это важно. И как это работает?
На самом деле все максимально просто. Мы выбираем либо, видите, тут тоже 250% годовых, не путаем. Мы не получаем за 12 часов 250%, а годовых, если мы, например, залочили бы на год. Либо залочим на 24 часа. Я скажу, что на DEX-биржах это максимально больше безопасно, потому что сам срок уже короче. Смотрите, либо 12 часов, либо 24 часа. Как система работает? Нажимаем вот сюда, из списка выбираем монету, в чем мы хотим предложить ликвидность для получения прибыли. Тут сразу сзади проценты годовые, но чем выше, естественно, лучше. Но я вам советую всегда выбирать тот момент, монету, что если проседает цене, что вы не против были бы в нем посидеть каком-то время. Ну, это тот самый АВАКС, почему нет, НИР, ДОТ, например. Это те монеты, в чем я был бы не против сидеть при случае падения цены. И выбираем монету. Давайте, например, НИР. Выбираем. И тут сразу же выбираем на 12 часов, либо на 24 часа. И сумму, сколько мы готовы инвестировать. Ну, давайте на примере $1000. Да? Например, если мы проинвестировали бы $1000 на 12 часов, тогда через 12 часов мы получаем прибыль $7.13. Это случай, если цена поднимется на НИР. Если цена опустится на НИР, мы получаем 1003 НИРа, грубо скажем, плюс 3 НИРа сверху, как комиссию. Но если это все сделать на 24 часа, тогда и суммы на ровно половину больше. Я думаю, это понятно. После этого, когда мы вот тут просто опрувим, это везде одинаково, после того, как пройдет 24 часа, мы просто идем сюда, и там единственная кнопка «Забрать награду». Либо используем кнопку «Автоповтор». Это прямо написано, что дуал будет повторяться автоматически, без затрат на газ, после окончания... Так, куда я остановился? Видите, тут есть автоповтор. Если включить эту галочку, тогда будет что? Что мы не должны платить газ, а будет повторяться этот цикл. Продолжается, вы понимаете, возможно, если вы понимаете риски, то есть тогда вы можете включить автоповтор. Так, и насчет денег. Еще мой вот совет, нету смысла инвестировать меньше, чем $300. Почему? Потому что что-то тут неправильно показывает сейчас однозначно. А, да, видите, за $300 вы получите только прибыль $4 в сутки, но не надо забывать, что в сети BNB есть и мы должны платить за газ. То есть где-то за то, что мы ставим на стейкинг и вытаскиваем, или на это бивалютные инвестиции, мы платим где-то приблизительно 80 центов комиссии. Так что вы должны это учитывать. В принципе, что хотел сказать, тот сказал, что ссылку на рехолд оставлю в описании. Кому интересно, переходите. Регистрации нету, просто подключаем кошелек. И, в принципе, можем тут потыкать, подизучить сам систему. И, кому нравится, можете попробовать получить эти 250% годовых. Тут раз в сутки заходим, снимаем прибыль и принимаем новые решения. Запускаем заново либо уже долларах, либо монеты, как кому угодно. А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Ссылку оставлю в описании, друзья. И зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока.